Спасатели предотвратили взрыв на территории Минского тракторного завода. Сообщение о пожаре в одном из цехов поступило на пульт МЧС в районе 5 вечера. На территории Минского тракторного завода произошло загорание в подвальном помещении литейного цеха. Внутри подвала находились емкости с маслом, а также баллоны под давлением. Подразделениями МЧС предотвращена угроза взрыва. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет. Боролись с огнем спасатели больше часа. На место прибыло более 20 единиц техники. Работу осложняло сильное задымление в одном из цехов. По факту возгорания проводится проверка.